Человек-паук. Покажи, как включить черную вдову. Спенсер, у нас нет выбора. Это кнопка. Значит, так тебя зовут. Черная вдова. Знаю, что ты сильнее меня, но, может, попробуем? А ну, парни, остыньте. Мы с вдовой совсем неплохо уживаемся. А? Вот так, спасибо за понимание. Ты куда? Сравнять шансы. Просто непробиваемая тварь. Отлично, поиграем в мяч. Наш ответ Чемберлену. Не забудь про уговор. Нет паука, нет каталки. Хорошо, но забери отсюда Элистера. Нет, туда нельзя. Ничего, все будет в порядке. Ага. Вдова куда ловчее, чем я представлял. А ну, поспеши. Оу! А! Не успел? Вся паутина вышла. Нужно сменить картриджи. Теперь не до этого. Человек-паук, спаси меня! Сделаю, что смогу. Может, если забраться выше? Из-за масла я не могу прилипать к стенам. Оу! Что за черт? Отчего я раньше об этом не подумал? Только одна цель. Если я сумею удержаться... Яу! Должно быть, он спрыгнул. Я Флэш! Превосходно, Флэш! Покажи мужественный профиль. Может, я и спасу тебя? Я не лазаю по стенам, видишь? И не бросаю паутину. Я боюсь высоты. Посмотрим, как новые картриджи засорят твои сопла. Человек-паук, скорее! Она приближается! Пожалуйста, спаси! Не снимай маски, Томпсон! Теперь я управляю черной вдовой! Что? Теперь прыгай!